Привет, мистер Бэн. Что здесь происходит? Привет, семья! Привет, дети! Мы ремонтируем эту дорогу. Что случилось со старой дорогой? Из-за корней образовались неровности, из-за которых тут ездить опасно. Не волнуйтесь, мы с мистером Носорогом разберемся. Вижу, вы очень заняты. Не будем вам мешать. А можно проехать дальше? Хо-хо, да, можно ехать по дороге, но осторожно. О, понятно, спасибо. До свидания, мистер Бык и мистер Носорог. Спасибо, что чините дорогу. Игровая группа. Это игровая группа. Здесь можно учиться и играть с Пеппой и ее друзьями. Всем привет! Это мой новый друг. Привет! Какой чудесный рисунок! Может, ты повесишь его в доме Пеппы? Три, два, один! Великолепно! Теперь идем от большого к малому. Два, один, три! Теперь все смешалось! Попробуй еще раз. Один, два, три. Идем от малого к большому. Очень хорошо. Дети, сегодня особенный день. Вы знаете, что за день? Ваш день рождения. Нет, не день рождения, Дэнни. Кто-нибудь хочет угадать? Ты хочешь? Правильно! Сегодня день спорта! Ух ты! Что такое день спорта? День спорта – очень важный день. Каждый должен заниматься спортом, чтобы быть здоровым. Пошли на беговую дорожку! Итак, дети... Начинайте бежать по моей команде. Три, два, один, старт! Вперед, дети! Очень хорошо, Пеппа! А твой друг такой быстрый? Последние усилия, дети! Вы почти на финише! Финиш! Поздравляю! Вы все отлично поработали! Вы все сегодня заслужили награду, правда, Пеппа? Сьюзи?
Педро? И ты тоже, конечно. Отлично! Надеюсь, мы все сегодня поняли, как важен спорт. А можно бегать не только в день спорта? О, конечно! Бегать можно всегда! Бегать – это весело! А, Пеппа, я вижу, ты и твой друг уже здесь. Ого, какой старый! Динозавр! Не настолько старый, Джордж. Динозавр? Идем сюда! Мне кажется, слишком длинный. Из меня вышла бы отличная королева. Я бы сидела весь день и ела любимое мороженое. Вы с Пеппой стали королевскими особами и можете получить все, что захотите. Желаете что-нибудь, Ваше Величество? Да, мороженого, пожалуйста. Конечно, королева Пеппа. Мороженое. Еще, пожалуйста. Хорошо быть королевой. Из тебя получилась бы отличная королева, Пеппа. Да, Джордж, это настоящий динозавр. Он жил много-много лет назад. Динозавр. Только бы не поймал! Джордж, ты с нами? Динозавр! Кажется, Джордж нашел свою любимую комнату. Хе-хе-хе!
Что это? О, здравствуйте, здравствуйте! Вы хотите отправиться со мной на Луну? Садитесь на ракетный поезд! Мистер Кролик — гид. Он много знает о Вселенной. Мы правда отправимся на Луну? Нет, Пеппа, просто притворимся. Да, Пеппа, это просто воображаемая Луна. Всем внимание, держитесь крепче, мы вот-вот взлетим. 3, 2, 1, поехали! Итак, все знают, что это за штуковины, которые свисают с потолка. Это планеты? Вот именно. А вы знаете название планет? Не совсем. А я одну знаю. Земля. Очень хорошо, папа Свин. Это Земля. Еще у нас есть Венера, Марс, Нептун. А это что? А, это спутник. Спутники летают вокруг Земли, чтобы у нас было телевидение и интернет. Правда? Но как они это делают? Это все магия. А вот и конец пути. Пожалуйста, выйдите из ракеты и проследуйте в соседнюю комнату, где увидите Луну. Добро пожаловать на Луну. Гравитация на Луне слабее, и мы можем прыгать выше. Гравитация Луны меньше земной. Там вы станете как бы легче и будете прыгать выше. Попробуй, пристегнись и подпрыгни. Отличный день, чтобы полюбоваться видами с воздушного шара.